Всем привет! Вы на канале «Все просто». С вами Артем. Сегодня мы будем готовить заливное из языка. Для этого нам понадобится морковка, лимон, зелень, желатин, яйца перепелиные, ну и, конечно же, язык. Сперва мы поставим язык отвариться. Для того, чтобы язык был мягким, а бульон вкусным, мы варим язык не менее 3 часов. У меня язык весит 1,5 килограмма, поэтому я налил 2 литра воды, потому что часть воды при крепении истворится. С бульона не забываем снимать пену. Язык мы отварили. За 1,5 часа до готовности мы добавили морковку. Перепелиные яички я варил отдельно. С языка надо снять шкурку. Язык я нарезал наискосок поперек волокон. Яички я нарезаю пополам. Морковку нарезаем кружочками. Лимон я чистил от кожуры и нарезал полукольцами. Этот пакетик желатина у меня сразу для мясного заливного со специями. Этого пакетика хватает на 1 литр бульона. Высыпаем его в хорошо разогретый бульон, постоянно помешивая. Мешаем до полного растворения желатина. Доводим почти до кипения, но закипеть не даем. Вот у меня все готово. Переходим к блюду. Выкладываем порционные кусочки. На каждый кусочек выкладываю нарезанными дольками морковь. Кладем яички. И украшаем зеленью.
равномерно кладем дольки лимона. Чтобы специи бульона не попали в заливное, я наливаю его через дуршлаг. А теперь ждем, пока бульон остынет до комнатной температуры, и уберем в холодильник до полного застывания. Вот наше заливное готово. Подавать с хреном и горчицей. Всем приятного аппетита. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Артём.